Осенне-зимний сезон часто начинается неожиданно. Порой уже в начале ноября ложится снег. А это значит, что на улице Нефтекамска совсем скоро выйдет спецтехника, призванная содержать город в чистоте и порядке. Проверку готовности организации совместно с администрацией провели сотрудники ГИБДД, Гостехнадзора и Управления гражданской защиты. В этом году обслуживать дороги будут 5 компаний. Здесь представлены техники организации муниципального бюджетного учреждения службы чистоты и порядка, которые будут заниматься содержанием города в зимний период, и также ООО «Таныт» и «Агроремонтстрой». Они будут заниматься содержанием индивидуальной жилой застройки в зимний период. На внутриквартальных дорогах у нас представлена техника жилсервиса и ремжилстрой. На смотре было представлено 17 единиц коммунальной техники. Недавно автопарк пополнили новые лаповые машины. Они собирают с дороги снег и сколы льда. На сегодняшний день у нас 100% готовность к зимнему периоду спецтехники. Это пескоразбрасывающая техника 3 единицы. Это отвалы, которые снег собирает. Потом для вывоза снега у нас в прошлом году закупили СНТ-17. Это снегоуборочная, лаповая снегоуборочная машина. После отвалов он с дорог собирает снег в течение 20 минут, загружает до 10 тонн грузовых автомобилей. Важно, чтобы зимний период прошел без чрезвычайных происшествий. Контрольные органы проверили техническое состояние машин и их соответствие нормам безопасности. Проведенным осмотром остались довольны. Карина Анисимова, Азат Давлетшин, информационная программа «Время новостей».